смотрите, какая я лохматулька. Ребята, первый раз в жизни я проспала до 11:30 дня. Офигеть. Вчера я покушала, последний раз 5:30, но нужно до 4:00 кушать. Вот. По новой методике моего похудения нужно все кушать до 4:00. После 4:00 нельзя. Но я немножко не успела с приготовлением еды. После вот. 6:00 все. Ну, я хочу попробовать вот как написано, как говорят, до 4:00. Ребята, я спала и спала, спала и спала. Ну, вчера во сколько? Мы рано легли? 11:30 мы легли, да? Но обычно мои часы сна – это 6 часов, не более. А тут я проспала 12 часов. Представляете? Обалдеть. А какие мне сны сумбурные снились. Боже мой. Все с головы вот это выходило, видать. Короче, сейчас я делаю такой завтрак, который будет отбивание. Которым завтрак, который может отбить не то что аппетит, а вы будете меньше кушать. Сейчас, если я найду эту крупу у меня, она должна быть. Должна. Сейчас поищем. И чайник включу. Голода у меня нету. А, в 6 утра я встала. В 6 утра я вставала. Пить захотела. Я вспомнила тоже один напиток. Короче, на стакан ложечка меда. Ложечка меда. По-моему, я эту куркуму немножко сыпанула. Да, для цвета так. Корицу я не могу пить. Она мне не нравится. Не знаю, надо ее пить, но не хочу. Вот. Короче, вот чайничек мой вскипел. Кирюшка кушает. Кирюшка сразу обедать начал, да? Конечно. Без завтрака. А ты во сколько проснулся? Чего меня не разбудил? 8:15. Нифига себе. Конечно, ты уже проголодался. Обед уже. 8:15. Так, сегодня воскресенье. Еще мне нужно... Раньше вот я выходные везде лазила, гуляла. Надо потихоньку выходить и наматывать километры. Ничего себе. А он, наверное, в магазин пошел. Думаю, ничего себе, мужик в тапочках. Вышел. Ну, так, ветер. Ветер вроде стих. Так, я еще не умывалась. Только-только встала с постели. Как говорит мой внучек, да? И сразу берет камеру. Ну все, вы на меня полюбовались? Давайте, до следующего включения. Вот, ребят, это перловочка, крупа. С ней худеть будет. Вернее, не то, что худеть, объем убирать будет легче. Так, у меня закипел. Вода закипела у меня. Так, в кастрюльке. Сейчас я это солью. Я промыла несколько раз. Даже чуть-чуть подзамочила. И в кипящую воду. Так, вот сейчас в этой воде мы прокипятим 5-7 минут. Потом сольем эту воду. И закипятим новую. И во вторую воду мы уже положим перловку и будем варить 20 минут на медленном огне. Вот такой расклад. Вот так будем варить перловку. И надо привыкать, что первый завтрак это будет перловочка. Вчера мой сухарей нажарил под бутики. Так, я разогрела гороховый суп. Кашку я уже подъела чуть-чуть. Честно говоря, перловку я не люблю, но я ее сварила, буду кушать по утрам, как первый завтрак. Так, это суп гороховый. Последняя чашечка в кастрюльке. Сейчас буду обедать. Буду обедать. Так, вот такой перчик хочу себе засыпать. Остренький, вкусненький. Он, правда, с солью. Так, бутик, наверное, я маслицем смажу. До 4:00 я могу кушать все, что хочу. Так, что это, сухарик? Отломился. Вот масло нам какое-то, знаете, подсунули, неважное. Не сильно похоже на натуральное. Ну, что мы обычно берем. Фиг знает. Такое ощущение, как ломается почему-то. Это же вроде как неправильно. Так, девочки, мальчики, я начала на обжорке компанию «Худеем к лету». Вот, и на правильном питании. Короче, сейчас я достала кусочек свинины. Буду варить суп. Рисовый харчо. Да, мне нужно наварить полную кастрюлю супа. На сегодня мой ужин. Курочка с макарошками. Внук у меня не ест кожурку жареную, а я очень, очень ее люблю. Но вроде бы как она не полезна. Я хочу сказать, что
как бы до 4 часов можно кушать все. Пока что я от любимого не отказываюсь. Честно говоря, у меня постное меню вызывает уныние, что потом может привести наоборот к какому-то жору. Так что буду я питаться так нормально, что люблю, но только до 4 часов. Так, вот варю супчик харчо. Да, он закипает, уже зажарку спустила. Так, сейчас чесночок и зелень. Чуть-чуть. Ой. Так. Тут варила кофе, пила. Что-то все в морковке насыпала. Вот сейчас мяско на кусочки порежу. Жирное любит муж, вот эту поснятину я сама буду кушать. Так, ну вот укропчик есть. С укропчик добавлю. Вот такой супчик у меня будет на завтра.